Итак, тюменцу, автору петиции о распуске футбольной сборной России, ответили из управления президента. Причем, как заметил сам Артем Хасанов, весьма оперативно. 14 июля документ поступил в аппарат Владимира Путина, и уже на следующий день болельщику написали. Информация передана в Министерство спорта для всестороннего рассмотрения. Вообще же дело сдвинулось с мертвой точки после того, как число проголосовавших за распуск футболистов перевалило за 900 тысяч человек. Виталий Мутко поспешил успокоить общественность. Появились комментарии министра о распуске сборной. Правда, неоднократно до этого он утверждал, что сборная, в принципе, это как института не существует, и она формируется, расформировывается к чемпионату. То есть, как бы ответ у нас абсолютно неконструктивный, да, но мы ждем. Время есть, подготовить нам ответ. Как бы вся страна ждет. По закону из Министерства спорта Артему Хасанову должны ответить через 30 дней. И автор петиции надеется, что это не будет формальной отпиской.